Завершается акция «Внимание, дети!». Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с отделом по делам несовершеннолетних провели заключительное дежурство на дорогах города в утренние часы. Они следили за порядком, обеспечивая безопасный переход проезжей части для детей. В начале учебного года подобная работа проходит по всей стране. В Автограде службу несли на 40 наиболее оживленных участках дорог, где наблюдается большая концентрация детей и нет светофоров. Цель вот этого мероприятия – приучить водителей к интенсивному потоку детей. Самое главное, потому что за лето водители привыкают, что ранним утром детей на дорогах в таком количестве нет. Здесь мы обозначили эту ситуацию для водителей города. На протяжении 4 дней с половины 8 утра сотрудники ГИБДД делали акцент на преимуществе пешеходов на дороге, контролировали автомобильный поток и поведение юных челнинцев. Дети и водители за это время должны были адаптироваться к новым условиям. Дальше работа будет проводиться в школах с детьми, а затем на собраниях с родителями. Я пока сама вожу, так что что стоит, что не стоит, мне без разницы. Но так, если бы ходил один, конечно, лучше, да, что стоят. Стоят сотрудники и... Мне спокойнее, когда ребенок переходит дорогу. Вот после каникул такой весь расслабленный. Ты расслабленный после каникул? Но дети все равно бегают летом, не глядя. А тут поток машин увеличится.